Ну и что же, ребята, всем привет, вы на канале Denplay, и сегодня мы с вами поиграем в игру под названием Brawl Stars. Вы смотрели прошлый ролик, вы, думаю, знаете, что закончился сезон, и начался новый, в котором я собираюсь немало так пушить. Ну, постараюсь апнуть 24 тысячи, не знаю как, у меня времени серьезно нету в этом сезоне особо, как бы, чтобы играть целый день, просто у меня уроки, у меня задают, короче, нету времени у меня, чтобы апать прям серьезно так. Хочу апнуть 23 тысячи, желательно 24, но 24 я не успею, я сам знаю, что, но это нелегко, сегодня апаем 22 тысячи, это не рекорд, у меня рекорд 22 100. Ну, хотя бы рекорд побью. В этом сезоне я рекорд 100% побью. 23 тысячи я 100% апну. Вот, гарантирую вам, что будет 23 тысячи. До конца сезона 9 дней. Ну что же, ребята, давайте закончим. Закончим 22 тысячи и начнем идти уже на рекорд. Начнем делать очень крутые результаты. Так, какая у нас карта? Я даже не посмотрела, даже жетончики не забирал. Раборубка через 3 дня кончается. Это жесть. А также хочу вам показать то, что тратьте свои билеты. У кого есть билеты, просто тратьте. Не рассчитывайте, что вам дадут компенсацию за ваши билеты. Я вам серьезно говорю, один кристалл за 10 билетов. Если мы покупали, мы покупали за 10 гемов 6 билетов, вроде бы, да, помню, я даже покупал несколько раз, потому что у меня не хватало там до 20 билетов. Короче, тратьте, это совсем невыгодно, это прям совсем невыгодно, ну, ребята, ну, серьезно, вы вчитайтесь в это и поймите. Просто есть многие там люди, и что типа думают, что дадут большую компенсацию, они даже не знают этого, они думают, что дадут там 30 гемов там за... Ну, у меня просто там один друг мой был в Бравле, который думал, короче, что дадут, короче, 100 гемасов за там 30 билетов. Короче, он, короче, напутал что-то. Я ему показал, и он так бомбанул дико, что вам лучше не знать. Короче, давайте возьмем какого-то лоу-бравлера. Давайте Эльприма. Просто не хочу сейчас на 600+ играть, на 650. Просто не хочется, я сейчас потеть. Давайте 22 тысячи берем. Скоро обнова, ребята. Бравл Пасс выходит. Это жесть. Конечно, да. Да, ребята. Бравл Пасс выходит, но... Вы же понимаете, что он будет для донатеров. Но я, возможно, куплю Бравл Пасс, если он будет стоить 379. Если выше, нет, я не буду покупать. Ну, а если... 379, это... Не так уж и жирно прям. Ну, как раз за всю историю можно себе позволить, к примеру, купить Бравл Пасс. Плюс за него будут давать нового бравлера. А нового бравлера, не знаю какого. Хроматический бравлер. Хроматик. Хроматик, хромой бравлер. Ну, надеюсь, он не хромой будет, я его куплю. Зря я боксы копил, ребята. Зря я эти боксики копил, но я их буду продолжать копить. Не хочу что-то я выбивать Макс. Что-то прям не верится, что он мне выпадет. Точнее, она. Блин, я никак не могу. У меня просто Макс, ну, понятно, что ассоциируется с пацаном. Ну, как бы... Ну, это и дураку понятно. Что Макс, это же не женское имя. Карл, просто. Ну, в Бравле у нас все реально. И, скорее всего, ребята, летом выйдет зимняя обнова. Ну, суперселовцы у нас живут на другой планете, где зима летом, а пиратское обновление летнее, где водичка, кораблики на зиму. Ну, суперсел дают жару. Так, все, мы обратно. Нет, блин, не, ну что такое? Как мы слили? 1-1, я уже забыл, я заговорился, думал, что мы проигрываем. Надо затащить, я отвлекся от игры, вообще не слежу, туплю, наверное, 100%, я даже не видел, что я делал. Давай, есть, сбил ульту. Ну уже, давайте, где мяч, давай, Птара, пас. Точнее, Шелли, пас, давай. Давай, разбивай. Блин, Тара с ультой. Разбей, ты инвалид или что, давай. Блин, ё-моё.
Я просто, ребята, не хочу закрывать рукой микрофон. И, короче, я играю. Ну, непривычном для себя положении, когда снимаю видосики. Просто я не хочу, чтобы микрофон рукой закрывать. И чтобы качество звука получилось как параша. Ну, понимаете, лучше не забить гол, чем все видео быть с тупым звуком. Ой, сейчас напряженка. Так, есть Момо, убейся, гадина. Мишка, тащи. Отлично, Тара просто заюзала свою ульту, как просто невероятный пот. Давай, Нита, забивай, иди. Все, у меня просто мало хп. Есть, 22 тысячи, но это не остановочка, ребята. Это не остановочка. Это, ребята, продолжение пуша. Ни в коем случае я не останавливаюсь, как это я уже и сказал. Лавина монет, кстати. Нафармим монеток, но у меня монетки не фармятся, потому что ящички крутятся. Монетки не крутятся. Давайте добьем, ребята, Эль Примыча на 600 кубков. Надеюсь, это у нас получится сейчас. Поко. Мортис, который бесполезный против Поко. Ну, блин. Жаль, но мы, скорее всего, не выиграем сейчас. Да, отлично, убили хотя бы Поко. Ну, конечно же, с моей помощью. Мортис бы сам его не убил бы так на изи. Так, а вот сейчас стрёмно. Стрёмно. Ну, я отбиваюсь. Дэрил, ну ты просто лучший, хотел сказать, но не удалось, братан. Не повезло, не фартануло, а я вот так сделаю, просто чтобы покодзить немного Поко. Все равно я умер бы. Мортис, молодец, красавчик, просто так держать. А я засейвил, кстати. Классно. Давай туда вот за этот забьем. Ну, пожалуйста, играйте, пацаны, нормально. Не надо инвалидиться, ну, пожалуйста. Давай. Нет. Есть, отлично. Фух, отбились. Какой-то Мортис, серьезно, ну ненормальный. Давай, Мортис, пожалуйста, я тебя прошу. Не я, Тумор, не я. Есть. Я думал, не забью. Но все же в таком положении, в котором я сейчас играю, а я всегда так играю, когда снимаю видосики, просто не... я думаю, вы понимаете, кто снимает видосы на телефоне, те поймут, что если закрывать микрофон рукой... Блин, ну, Дэрил красавчик, просто подкатил, отлично. Конечно, очень круто он сыграл. Давайте продолжаем. Есть, залетает. Кстати, хороший Дэрил в этом моменте, а в прошлом моменте он явно очень плохо сыграл. Отлично, ребята, давайте, ставьте лайкосики, пишите комментарии, мы с вами продолжаем пуш. Надеюсь, 23 тысячи точно апнем. Ну, конечно, я не знаю, возможно, вот конец уже учебного года начнут задавать, там вообще контролки пойдут. Короче, ребята, все. Кто смотрел видосик до конца, спасибо огромное. Но мы продолжаем пушить. Сейчас пойду отдохну и пойду обратно пушить много кубков. Давайте, все, ребята, всем удачи и всем пока.